что? Поиграем? Да. Ты сколько уже выиграл? Один разик. Ну ты зачем так делаешь? Я пройду к тебе. Ой, а зачем я упала? Ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня попробуем Манятый... малыша Панго и его веселый карамелек. Давай начнем. А еще моя подружка Катя прошла. Так, по-моему, эти истории мы уже играли. А давай посмотрим, что здесь. Ты видишь? Что еще? Ничего себе, Панго, а это что за девочка на велосипеде? Мне ужасно интересно, что вот там такое. Смотри. Куда отправится наша девочка? Так, а вот так велосипед. А, вот и девочка. А привет, вот монетки. Ты куда-то соперница? Да, конфетки. Давай дам тебе водичку. Держи. Ой, а обязательно еще... нужно брать с собой водичку. Шан-шан. И шлем защитный, чтобы не упасть. Вернее, так, если начнем. Упадешь, чтобы он тебя защитил. Ну что, отправляемся так в путь. Как думаете, ребята, куда паркур он собрал? Новый начинается через... Кстати, это мальчик вообще или девочка? О, отправился в путь. Ура! Очень быстро. Ой, что Шан-шан такое? Как? Мешаются? Давай я тебе помогу. Чан-чан. Смотри, как я ломаю камни. Ничего себе. Вот это да. Ой. Какая же милая девочка. Так смешно смеется. Кстати, а ты уже видел предыдущую серию про малыша Панго? Если видел, ставь плюсик в комментариях. А я посмотрю, что это за глюч, что такая игра. С нашей белочкой. Она вся в грязи. Вот. Ладно. Давай, отправляйся. Смотри, дальше. Смотри, зелененький паркур. Это значит какая первый. Какая горка? Как же через нее проехать? Вот. Может быть, здесь можно что-нибудь сделать? Нет. О, что? У тебя бутылка упала. Бери скорее ее обратно. Вот. Как же ты так? Нужно быть аккуратнее. Ну что, дальше отправляемся в путь. Главное, будь аккуратнее, когда будешь ехать с горки. Здорово, смотри. Чуй-чуй, смотри, как ты проходишь. Здесь еще и друг есть. Это же наша хрюшка. Смотри, они смотрят на светофор. Но там, говорит, красный свет. И ехать нельзя. О, уже желтый. Они приготовились. Какие они молодцы. Они знают правила движения. Ой-ой-ой, какая грязь от этих машин. Ты как машины загрязняют природу. Наши белочки абсолютно нечем дышать. Так, десять монет и поехала наша белочка? Ну-ка давай немножко поможем ей. Отлично. Смотри, как быстро получилось у белочки забраться наверх. Ты уже выиграла. Что за странные вещи? Как думаешь, что здесь нужно сделать? Вот тут нужно сделать... Ну ты что? Каждый раз ты побеждаешь. Я хочу тоже пойти к тебе. Раз, ну, все, не знаю. Давай. Ух ты! Как здорово он проехал с трамплина. Так, а здесь что? Смотри, он упал прямо в речку. Кто-нибудь, помогите скорее. И Эля. Так, это мы достали. Бутылку достали. Ну где наш герой? Эля. Ой, ура, мы его спасли. А еще подружка Эля Тротник. Для Кати. Ты будешь с нами есть? Почему-то я опять... И для Джо-Джоя. Не понимаешь, что здесь вообще такое? У него тоже был сломан велосипед. И наши друзья отправились вместе в путь. Ой, какая-то... И моя подружка выиграла. Трава впереди. И что с ней делать? Ой, она мешает ехать. Простей. Здесь 10 монет. И какая-то игра. Ага, проехали. Десять конфетных бабочек. Как же это мило. 10 монет. Ё-моё! Ё-моё! Ты видел? И зайчик наверху. Эмма и... Эй!
Ой. А зачем? В цирке всегда столько интересного. Ну, Шан-Шан. Я уверена, что любишь. Создание новых этапов. А мы пока этапов. Что у нас тут за представление? Набор. Так. Ура, Шан-Шан. Это что? Я лечу. А тебе он напоминает? Я очень сильный. Напоминает? Пиши в комментариях. Кто это из друзей попала? Простейшие дети дают. Ну, и 10 монет. Сразу 3 кольца. И отличный прыжок. Джан-джан. Здорово. Как же ловко у него. Огонь. Какой кошмар. Как же страшно прыгать через огонь. Ты когда-нибудь видел такие шоу где-нибудь в цирке? Ой. Что? Ой-ой-ой. У нас хвост горит. Скорее, спасатель. Туши нам хвост. Ну, скорее же, скорее. Смотри, спасатель пришел и потушил нам хвост. И теперь этот лев смешной лежит и кривляется. 10 монет. Ой, кажется, еще 10 приключения какие-то. Давай посмотрим, что же там. Ай! Герои, это что как такое? Это что, это хобот, что ли, какой-то? Или слон? Ну, как Джан-Джан. Думаешь? Давай посмотрим. Зачем? А, да это же хрюшка. Да ты! Только что с ним играли. Не ломается голова. Джан-Джан, держи, конечно. Но ведь совсем не жалко. Ну, Чан-Чан, иду себе не было студия. Чой-чой и Чан-Чанка и ее друзья. Что же делать? Как ему помочь? Но мы наказали Чой-чой и Чан-Чан и его друзья. Какой кошмар! Смотрите, он свалился. Мы наказали. Где теперь? Сегодня была студия. Давай, ну все. Смотри-ка, он его поезжает. Чан-Чан уже проходит. Ням-ням. Сколько уже паркур. Смотри-ка, уже он побеждает. Ну, всем пока. С вами была студия. Чой-чой и его друзья. Так, и всем пока-пока-пока.